Престижный международный форум художественной гимнастики «Мемориал Галины Горенковой» в 27-й раз собрал на Омской земле лучших граций России и стран ближнего зарубежья. 6 декабря для участников турнира распахнул свои двери новый дворец художественной гимнастики. В программе соревнований были выступления в индивидуальном первенстве мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта и в групповых упражнениях. Конкуренция всегда у нас хорошая, но и также по доброй традиции наши гимнастки омские, как правило, выходят лидеры, выступают удачно. Славится мемориал Горенковой грандиозными церемониями открытия. Красок и эмоций традиционно добавляют присутствие наших знаменитых землячек. Неизменно на турнир приезжает несравненная Галима Шугурова, очаровательная Ирина Чащина и непревзойденная Евгения Канаева. Живое общение с юными спортсменками, по мнению гимнасток, просто необходимо. С этих соревнований начиналась моя спортивная карьера, моя жизнь, и я всегда с удовольствием сюда приезжаю, потому что знаю, для многих детей эти соревнования – прекрасный шанс проявить себя, показать свое мастерство, и это очень хорошая ступенька для достижения наивысшего результата. Для детишек, для них очень хороший стимул. Я приехала сюда, во-первых, к детям, которые тут болели за меня и на Олимпиаде, и писали письма, и искренне болели прямо от всей души, потому что, наверное, самые чистые люди – это детишки. Вот. С хорошим настроением. Я очень люблю Омск, это все-таки моя родина, я здесь выросла. Ну, замечательное настроение, надеюсь, подарить его всем. Вдохновленные общением с примами мировой художественной гимнастики, омские спортсменки успешно выступили на домашнем турнире. Так, в командном зачете победу праздновали гимнастки Омской области 1. Второе место также на счету грации нашего региона – команда Омская область 2. На третьей строчке расположились спортсменки из Иркутской области.